Сегодня ночью сразу в двух комнатах мыши появились. И Володя тут палю подтащил, она поймала и там караулила под столом. А это в коробке, в которой голуби. Тут тоже остались у меня семечки. И тут тоже мышка была, но тут не поймали. Так она вот эта буска тут, вот на этом приступке. Но я закачивал сегодня ролик, неоднократно просыпался через каждый час смотреть. И она так и лежала. Не так лежала, а вот на этом приступке, как вот по команде лежать собака лежала, караулила. И так она за ночь уморилась. Сейчас легла спать. Видите, из-под ног. Вторая ножка передняя, вот так, как она у ней выглядывает. О, 5 кинжалов. От этой не уйдешь просто так. Буска, ты спишь? А, Буска. Буска. Как разбудить-то ее? Неохота так. Буска. О, ну, что-то тут, смотри, свалилась уже. Отодвинься маленько. Вот так. Ух ты. Ну, всю ночь дежурила. Вот надо, очень сильная мышатница. Вот опять спать. Ну, а мы рядом с ней здесь. Тут она сейчас спит, а я сижу за экраном. Это наш видеоканал. Сегодня интересный такой случай был. Один человек попросил удалить о нем ролик. До того интересные доводы делает. Это означает, сам же снимал и сам себя уже видит не таким хорошим. Мне до того смешно, я поставил, когда думаю, проверю как, отрекся от себя или нет человек. Если отрекся, тебе не очень-то много разницы. У меня книга есть «Для слова Божия нет уз». Она как бы автобиографична. Вот. Вот она. И там мое освобождение из тюрьмы, в тюрьме как бы, в лагерях, в лагере. Ну и все, там отзывы какие давали, кто допрашен был. И упрекали, дескать, все печатать, а когда я вернулся, мне это дело-то отдали. Не дали, посмотреть, раз я репрессирован и реабилитирован. Ну и я начал там выписывать, сколько томов, в каждом томе, страница, дело и... Ну и все это вошло в книгу. Ну и упрекали. О, потеряевки какие-то бывают, неурядицы, все печатать. А я что? Ничего не добавляю нигде. Я просто уважаю своих читателей, даю им на рассмотрение. Кому надо понять правильно, он переспросит. Это не просто так. Я не знаю, куда у меня палец-то делось. Главное, это мышатница сегодня спала. Сейчас пойду поищу ее. Где она спит? Тоже, наверное, где-то. Четырехмесячный котенок. А, ты ничего не поймала сегодня, рыжая. Видишь, охота на улицу. О, это Буса и ее дочка. И Паля где-то. Паля где у меня, а? Паля. Паля, Паля, Паля. Где она? Нет, значит, где-то должна быть. Она обязательно отзовется. Паля где у меня? Паля? Палевая. Вот она где-то вылезла. Где ты была? Ну, давай сюда, залазь. Давай сюда. Ну, давай сюда, Паля, давай сюда, на скамеечку. Я тебя сниму здесь, давай. Ой, расширшилась. Все сегодня вымели, чисто. Ладно, иди. Сейчас я ее призову, я знаю как. Сейчас вот тут. Рыбка. Рыбка. Вот так, хвостик моего. Сейчас она сюда пойдет. Паля, иди сюда. Подожди, подожди, что засуетилась-то? Подожди. Вот она где, ну-ка давай. Вот она где, Паля. Ну, теперь это лезет, чтобы отнять. О, большая такая. Ну, все. О,
А там рот, скорее всего, взяла, и все, ничего и нет. Вот эта длинная, здоровая такая выросла. Мышатница тоже. Ну, ничего нету. А как теперь загородила ход паля? Иди сюда, где она? Ну-ка, Паля, иди скорее сюда. Буска, освободи дорогу. Паля, вылазь, не бойся ее. Давай, давай. Это полезла вниз, там, где семечки. Там как раз она вчера чуть не поймала. Ну, видимо, пока спустилась, а это же не на просторе. Так интересно.